перенять опыт у других городов по организации дальнейшего сопровождения этих объектов. Мы будем еще дополнительно собираться с управлением образования, значит, с молодежной политикой и определять, какие направления, секции, кружки будут проходить на этих спортивных объектах. В бюджете города Красноярска у нас есть денежные средства на аренду этих спортивных объектов для того, чтобы дети могли заниматься. Вот я, например, очень хочу, чтобы у нас появилась такая красноярская хоккейная школа, многофункциональный комплекс «Радуга». Поступит на обслуживание, во всяком случае, на содержание Сибирскому федеральному университету. Но это совершенно не означает, что туда не будет доступа простым горожанам. Это будет, конечно. Большое количество гостей, и российских, и зарубежных. Вот я считаю, что это такой вызов, который у нас перед нами. Это очень масштабное событие. И как мы встретим гостей, каким будет город, каким будут жители, насколько у нас будет хорошее настроение, это тоже очень важно.